Ребята из группы «Чувство юмора» занимаются вокалом уже не первый год, а также исполняют рок. Продемонстрировать свое мастерство на всероссийский конкурс «Детский автор России» или сокращенно «ДАР» в Дом культуры «Горки-10» юные участники приехали впервые. На самом деле мы очень сильно переживаем, иногда смотрим, иногда смотрим на ребят, думаем, вот он круче меня. Но мне все кажется... равно люди очень приятные, мы с некоторыми уже сдружились, прям классно, приятно. В Доме культуры на протяжении 3 дней проходил отборочный тур конкурса. Детский автор России – бесплатный проект Леонида Агутина, в котором приняли участие юные исполнители в возрасте от 13 до 19 лет. Хороший большой конкурс, и будем стимулировать, мотивировать авторов на какие-то интересные вещи. Мне бы хотелось, чтобы в конечном итоге конкурс давал возможность исполнять много разного интересного, чего невозможно сочинить сейчас для радиоэфира, грубо говоря, или там для какого-то быстрого хайпового успеха. Победители по итогам 2 очных этапов отправятся на форум Агутина в Сочи. Там в июле пройдет финал конкурса «ДАР» и состоится телевизионная съемка концерта финалистов. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».